В 2011-2021 годы прямые иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана превысили 11 миллиардов долларов. Согласно данным стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, утвержденные президентом страны, инвестиции были привлечены в создание современной инфраструктуры в нефтегазовом секторе, а также в развитие конкурентной стоимости цепочки в сферах с высокой производительностью. По ожиданиям правительства, до 2026 года ежегодный рост прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор составит 10-15%.